И всем привет, сегодня я продолжаю играть в Fallout 2. Между предыдущей серией это прошло несколько секунд, я посмотрел, сколько я там записал, 27 минут. Считаю это нормально, учитывая то, что это видео весит 7 гигов и заливаться это будет около полутора часа. Но это все же быстрее, чем тратить около 2 часов на рендеринг. А качество примерно то же самое на YouTube. Оба! Ну что ж, давайте постараемся выиграть тут, занять первое место и, возможно, даже второе место в гонке, в кубке. Капец его занесло, конечно, там красного. Все было только благодаря мне, и только мне. Я крут. I'm Superman. Какие там синонимы есть к слову крут? Не знаю, является ли I'm Superman синонимом к «я крут», но неважно. Как седьмой... А, все. Эти баги меня не перестают удивлять. О, не я один тут вляпался, не я один. И синий, и... Нет, красный не вляпался. Нет, вляпался. Правда, не там, где я, но... Неподалеку, скажем так. Сейчас нужно догнать четвертого и не дать себя обогнать пятому, шестому, точнее. Я говорил то, что снимаю летсплей только ради того, чтобы не путаться в словах, пока этого я не замечаю то, что мне как-то стало лучше, перестал путаться в словах или все такое прочее. Но все же. Давайте, наверное, прям тут перезапустим, потому что мне лень ехать дальше. Там уже явно мне не догнать. Чмоки, чмоки меня взад. Ой-ой-ой, меня сейчас, боюсь, бортанут. Меня бортанули. Точнее, не бортанули, а я влетел просто на полной скорости в стену, но... Сути дела не меняет. Горло пересохло, давно так не говорил. Даже немного нехорошо себя чувствую. Слюни приходится глотать. Неприятно. Физика этой игры, я тебя обожаю. Шестая позиция, ё-моё, а ну чёрт. Чё такое? Что за невезуха-то такая? Через ресторанчик проедем. Четвертая позиция. Надо их догонять. Желтый. Иди ко мне. Иди ко мне. Ого! Вот это я его долбанул, конечно. Серьезно. У него там, по-моему, на один такой смачный удар остался жизней. О, да он сам себя уничтожил. Куда ты собрался, синий? Ой, пикап, а ты куда? Не боишься, что я тебя уничтожу? Видимо, нет. Ну, правильно, на смерть нужно идти с честью. И с легким чувством голода. Нет, по-моему, это из-за стола нужно уходить с легким чувством голода. Но в битву тоже, в принципе, можно идти. С тем же самым.
бред какой-то сейчас несу, наверное, для того, чтобы хоть что-то было в моем летсплее, хоть какой-то звук, чтобы хоть что-то говорил. Черт, у меня еще одного колеса уже нету. Фигово. Оба. А, черт. Пятая позиция. Второй круг. Капец тачки. Жизнь, боль. Капец вот этой тачки. Да и мы, в принципе, тоже скоро настанем капут. Последний круг, ребят, последний круг. Блин, так жалко, конечно, если не получится пройти, придется перепроходить, потому что я второго уже уничтожаю, это 4000, по-моему. Но у меня уже нет одного колеса, так что, видимо, я сдохну сейчас. Хотя, в принципе, если уничтожу одного, того, кто спереди, точнее, постараюсь уничтожить вот этого вот лошару. Уничтожил. Третья позиция. Главное сейчас доехать до финиша. И постараться уничтожить еще красного, потому что он мне тоже может поиграть на нервах. Потому что простых предупреждений они не понимают, так как это не боты. Они запрограммированы на то, чтобы всячески мешать мне. Четвертая позиция. Мне вот интересно, если я закончу с четвертой позиции, мне удастся... Ой, все, я сейчас буду уничтожен. Даже если мне получится уничтожить красного, точнее, тем самым я уничтожу себя. И если впилюсь в столб, в дерево или еще во что-то. Ну или вот так вот. Красного я потерял из виду. По-моему, сейчас последний, потому что все остальные были уничтожены. Прям даже не знаю, вот так вот завершать гонку, кубок, или же... Думаю, я к финишу буду уничтожен. Что, в принципе, ехать до него... Мало толку. Да, там бордюр был уничтожен. Вас уничтожили. Кто бордюр? Ну что ж, давайте повторим гонку. Почему бы и нет? В принципе. В принципе, то почему бы и нет? Но ту гонку, конечно, сыграл очень хорошо. Хотелось бы эту гонку сыграть так же, но плюсом к этому всему закончить ее. Извиняюсь. Опять простыл немножечко. Возможно, это последствия моей предыдущей простуды. Никак выздороветь не могу. Сегодня, вот, например, не ходил в школу. Потому что сегодня с утра горло просто разорвало, и голос был как 30-летнего мужчины, который курит с 10 лет просто. Хриплый-хриплый. Всего лишь бац, я ему снес, наверное, 1/5 от жизни. Ну, четвертую, нет, 1/5 от жизни. 1/4 это четверть, забыл. Оба! Тут уничтожен. Благодаря мне. Ну, по-моему, я его не уничтожил, но вот то, что снес ему реально много хп, это вот точно. Чуть меньше половины, по-моему. Я стал там у него прям на донышке. А возможно, это я его уничтожил. Надеюсь, что это я его уничтожил. Первый круг, а у меня от машины осталось не пойми что. Еще это сраный столб перед дороги. Сраный столб перед дороги, это как палка в колеса, только сраный столб перед дороги. Вот такой вот я философ. Сраный. Конечно же, опять хотел дать люлей синему, но промазал. Ну, такой вот я косой.
черт. Ой, скорее бы уже Дисней выпустил эту новую трилогию этих Звездных войн. Хочется уже посмотреть, что там будет новенького. Непривычно говорить то, чтобы Дисней выпустил, а не LucasArt. Теперь Дисней. Вот гоблины, а. Ну, карта, конечно, жуткая. Очень много на ней уже полегло человек. И чувствую, еще столько же поляжет. То есть человека два. Да. Во что? Я вляпался, что аж вылетел из машины. Там же ничего не было. То, во что можно вылететь из машины. Судя по всему, я это снес. Ну, хотя, в общем-то, я в одной из своих предыдущих серий просто был уничтожен об картонную машину, так что нечему тут удивляться, нечего. Точнее, вылетел из машины через лобовуху, через картонную машину. Из-за картонной машины. Что ж, начинается полная жопа, у меня нет одного колеса, скоро загорюсь и остался целый круг. И при всем этом мне еще нужно удержать свою третью позицию. Прям тут заресечу. Чувствую, вся эта серия просто уйдет на эту одну сраненькую гонку. Но взять я ничего не собираюсь. Потому что это нужно обрабатывать видео. Обрабатывать видео я тоже не собираюсь. Потому что это слишком долго, нудно и неинтересно. Я лучше анимацию вместо этого. Ну или в Dota поиграю. Ну или летсплей какой-нибудь посмотрю. Ну или запишу какую-нибудь серию. А, черт, сраный дом. Кто тут поставил этот сраный дом? Почему у меня так много сраных вещей в моем сраном летсплее? Насрать. Вот они все три. Тех, кого мне нужно побить, избить и уничтожить. Прям передо мной. Ну, только двое теперь уже передо мной. Видимо, одного из них обогнал. Не уничтожив. Видимо, он куда-то впилился и нажал на возвращение на карту, и просто я его пропустил. Таким образом, я не смог догнать, дать люлей уничтожить. Ой, ёпрстэ. Как же я люблю нести бред. Согласитесь, кто любит нести бред, это ведь такой кайф. Говорить то, что думаешь, и не думать, что говоришь. Я сейчас за это люлей получал. Почему я говорю слово люлей постоянно? Да потому что матом ругаться я не хочу. Хотя бы у себя на канале. Пятая позиция. Плохо, очень плохо. Четвертая позиция. Не очень-то и хорошо. Пятая позиция. Плохо. Врезался во что-то. Тоже плохо. Догнал синего. Неплохо. Догнал синего. Не очень-то уж хорошо. Нет, то, что обогнал хорошо, но то, что опять пятая позиция. Господи. Мне эта пятая позиция вот на протяжении всего летсплея просто преследует. Салли Тейлор уничтожен. Все, уже без одного колеса, считай, я проиграл. Наверное, я остановлю запись, потому что это уже невозможно все проходить. Это только второй круг. Прям тут вот. Повторю гонку, нажимаю повторить гонку и останавливаю запись. Не поверите, с первого раза прошел на вторую позицию. Были мной двое уничтожены. 6600. Я побил свой рекорд. По-моему, там было 5 с чем-то. Третье место.
10 000, 3 900 у меня. Идем мы в магазин на гонки. Покупаем самую ништячную тачку, которая тут есть. Двадцать одна тысяча. Дорого, очень дорого. Идем в гараж, автомастерская, двигатель. Нет, сначала мы поработаем с ее управляемостью, потому что управляемость у нее ни к черту. Шины и тормоза. Так, подвеска, по-моему, тоже влияет на управляемость. Так, теперь пойдем в кузов и увеличим мощность его. Как у меня деньги закончились? Жаль, очень жаль. Начать гонку. Ой, опять не туда, опять не туда. И так, значит, не люблю по бездорожью ездить. Особенно это с очень стрёмной картой. Потом еще либо сделаю две попытки на эту карту, либо пройду еще эту карту и следующую. Короче, еще буду записывать минут так 10. Чуть меньше нужно. Семь, может быть. Ой, черт. Да, конечно, не сравнится с машиной стритрейсинга. Та была более резвая. Кто еще и заносит? Ну, позиции 2. Неплохо, что ж, неплохо. Правда, не надо. Ой, мало того, что ее еще заносит, так она и не поворачивает совсем. Да, купил себе на голову, конечно. Чудо инженерной техники. Кто не понял, это был сарказм. На таком говне даже ездить неохота. Позиция 3. Второй круг. Третья позиция. Третий круг, четвертая позиция. Надо было машинку-то порезвее брать. Почему я не продаю машины из предыдущих гонок, там с дерби и так далее? Я боюсь, что в последней кубке они мне понадобятся. А потом их покупать, и это лишняя морока, трата денег, а деньги мне всегда нужны. Ну, покупку машины они мне понадобятся. Еще и прокачать ее нужно будет как можно лучше. Так что нет, пока их не буду продавать. Там посмотрим. Хотя, возможно, там будут уже смешанные гонки. Там будут машины и от дерби, и от гонок, и от стрит-рейсинга. Хотя, навряд ли вообще это будет очень сильное неравенство в силе. То есть, по сути, это просто будет плохо. То есть, я на своей супер-тачке от стрит-рейсинга против какой-нибудь там первой тачки с дерби. Как минимум нечестно будет. Да вы уроды, блин! Задрали! Купил кусок говна на колеса, как обычно. Не везет мне с машинами. Ненавижу без оружия. А, чё, уже финиш? Давайте заресетим, господи. Придется, видимо. А вот первый круг я шел довольно неплохо.
Да блин, да вы задрали уже, уроды, блин. Чтоб вы сдохли все. Заносчивая херня. Твари еще постоянно меня подрезают. Да, еще мне... Вернись на трассу, кусок говна. Карлсон, Карлсон, а почему у тебя всего 4 пальца? Да блин, пока летел, спина зачесалась. Небольшое отступление. Меня бесит уже этот кусок говна. Все, наверное, оскорбляю кусок говна, называя им эту машину. Ведь у куска говна тоже есть чувства. Вот машины нету. Во-первых, это машина. Во-вторых, она издевается, у нее точно нет ни души, ни чувств. Лишь бы поиздеваться надо мной. Своим уродством и плохой управляемостью. Наверное, со стороны вообще неадекватно смотрится. Ну и насрать. Я аж подлетел. Пятая позиция. В общем, на этом я остановлюсь и выйду из игры, не сохранившись. Чтобы не сохранялся эта гонка. И если здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий. В общем, всем удачи, всем пока.